Всем привет, ребятки, с вами погнали, let's play. Мы продолжаем проходить игру, как достать соседа из России с любовью. Погнали. Как здорово, когда можно поплавать в собственном бассейне. Нужно только внимательно следить за температурой и чистотой воды, и все будет отлично. Ну что ж, у нас начался уровень, и мы сейчас находимся в гараже нашего соседа. Давайте быстренько осмотримся. Берем клей и сачок. Зачем нам нужен сачок, я даже уже догадываюсь. Так, а что у нас в принтере? Давайте осмотрим принтер. Вот просто вот у нас есть аквариум, а Арни, он же плавает в бассейне. Так мы можем взять тогда, мы... Сейчас выловить рыбок по-быстренькому. Но... Нет, ну пока мы этого делать не будем. Сейчас мы тогда быстренько... Давайте осмотрим шкаф на кухне. Побыстрячку. Соль. У нас банка. Может соль в банку добавить? Да-да. Так, и банку еще нужно забрать. Теперь вылавливаем быстренько рыбок. Ну, сейчас мы, значит, тогда рыбок тогда сейчас транспортируем прямиком Арни в бассейн. Уходим. Уходим. Сюда. Опа, на мусорное ведро. Я забыл осмотреть. Быстренько. Осматриваем туда мусорное ведро и убегаем отсюда. Если здесь открыть эту дверь, то мы сейчас можем быстренько пройти наверх. Да. Yes. Так, давай, быстренько. Смазываем ему телефон клеем. Чтобы он просто от него оторваться не смог, от своего телефончика. Так, теперь берем, ложим ему банановую кожуру на трамплин. Так, теперь... Пульт управления бассейном. Рыбок транспортируем вот сюда в бассейн прямиком. И в бассейн добавим еще и красок. Так, ну клей не получится, я понял. Вон Арни такой болтает по телефончику. И понимает, что не может от него отклеиться. Ну, поболтал бы еще чуть-чуть подольше. Уходим. Есть. Мы убежали. Видимо, Арни оценил новый цвет бассейна. Вот он такой по-быстренькому все исправил. Поднимается на трамплин. Подскальзывается, падает в бассейн. А там рыбка. Плавание с рыбкой. Ну чем тебе не веселье? Быстро, быстро, где он? Блин. Мы не успеем ему туалет измазать. Не успеем, к сожалению. То что Арни, он уже здесь, мы не успеем. Подбегает наш Арни к звонку и понимает то, что... Звоночек-то. Поломанный, понимает, что тут. Ну, блин, ну я не знаю, ну что делать с машиной. Машина полностью приготовлена к отъезду в аэропорт. Честно, не знаю, что с этой машиной надо делать. То, что здесь как бы две пакости еще осталось. Но мы уровень как бы уже прошли. Так что просто у нас скоро время закончится. Так что если у нас закончится время, мы все равно мы победили. Даже если у нас время закончится. Ясно, здесь ничего. Так, ладно, давайте-ка мы все-таки сейчас измажем ему унитаз клеем. Я просто реально не понимаю, вот просто. Вот что делать с
машиной, с этой. Честно, вот я этого не понимаю. Не, ну мы, конечно, уже без этого мы уровень прошли, это да. Но, блин, а что с ней делать? Тут это непонятно. Так, ну, Арни, ну давай, ну вылазь уже, ты уж перекупался, не надо. Я так долго плавать, вылазь. Вылазь, Арни. Да, ребятки, чувствую я, что прикол с унитазом мы так и не увидим. То, что у нас времени осталось, там всего 25 секунд. Сейчас просто, сейчас 10 секунд осталось. Вон наш Арни такой сел. Читать свою газету. Но что будет дальше, мы, к сожалению, уже не увидим. К сожалению, вы проиграли. Вы что, прикалываетесь? Я очков заработал много. Благополучно попав в автомобиль отъезжающего Рубинштейна, Виктор Пулин незамедлительно доложил в центральный штаб о проделанной работе. Перед мысленным взором Рубинштейна уже высились стены Кремля, а желудок довольно урчал, предвкушая тройную порцию осетровой икры. И лишь черная кошка, перебежавшая дорогу, заставила его вспомнить странное злоключение последних дней. Однако вскоре он приехал в аэропорт и начал с удовольствием рассматривать свой самолет. Арнольд Рубинштейн с удовлетворением и гордостью пронаблюдал, как его шикарный автомобиль загоняют в самолет, и не придал значения тому, что на ветру смешным хвостиком полощется серый пояс плаща, зажатого крышкой багажника. Никогда еще майор Пулин не был так близок к провалу. Ну, все когда-то бывает в первый раз. Вот у нас пошла операция «Самолет», которую мы с вами начнем проходить уже в следующей серии, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. И можно также посмотреть мое предыдущее видео по этой игре. Оно будет где-то здесь, в углу экрана. Всем удачи и пока-пока.